мы говорим, да, что на сегодняшний день технология неумирания — это технология предотвращения возможных глобальных катастроф. Вообще, почему? Потому что, а где человек не умирает? На планете, а раз человек не умирает, какая катастрофа? Носитель всегда есть, он всегда есть. Ja, wie gesagt, es geht auch darum, dass man auch globale Katastrophen so vorbeugen könnte, indem man darauf einwirkt, dass der Mensch ja sein physisches Leben im physischen Körper weiterhin führen kann und somit wird, wie gesagt, diesen globalen Katastrophen vorgebeugt. То есть части человека, основа которого его физическое тело, это технология предотвращения возможных глобальных катастроф. Das Glück des Menschen, welches sich auch im physischen Körper wieder spiegelt, ist die Grundlage für die Vorbeugung der Katastrophen. Получается, мы просто не имеем права не быть счастливыми, но это невозможно, чтобы человек не был счастливым. Так Бог создал обязательно, ну это у каждого индивидуально это, конечно, проявляется, но обязательно носитель, да, всего, это такая управляющая область позитивная, как счастье человека. Das heißt, die Menschen können gar nicht anders als glücklich sein. Sie sind sogar, sage ich mal, in Klammern verpflichtet, glücklich zu sein, um ja diesem Vorhaben gerecht zu dem göttlichen Vorhaben gerecht zu werden. Реализоваться это может только из физического тела, когда есть физическое тело. Und da ist die Voraussetzung die Existenz des physischen Körpers. Тогда мы понимаем, почему Богу единому нужно, почему Богу единому положено именно физическое тело. Nun versteht man auch, wieso auch der Schöpfer einen physischen Körper besitzt. Потому что тогда осуществляется управление над любой системой. Потому что есть физическое тело как основа для счастья Бога, да? Ja, weil somit wird ermöglicht Steuerung eines jeden Systems. Если задуматься над уровнем развития физического тела в пространстве времени, wenn man jetzt sich fragen würde oder beobachten würde die Ebenen der Entwicklung des physischen Körpers im zeitlichen Rahmen. А мы в пространстве времени видим, что человек находится в таких условиях, что здесь есть и галактики, звездные системы и так далее. Ja, wie gesagt, im Raum und Zeit begegnet der Mensch direkt oder indirekt Galaxien, Sonnensystemen und anderem. И вот управление всей системой, всеми бесконечными мирами человек испытывает, когда четко воспринимает свое физическое тело. Он есть, да, есть выражение «я есть», все есть мир, вот восприятие. Und hier können wir auch davon ausgehen, dass der Mensch auch Steuerung von solchen kolossalen globalen Systemen vornehmen kann, wenn er diese Selbstempfindung hat, dass er hier ist in im Moment hier und jetzt. Вот мы рассмотрели, что неумирание, счастье — это и есть технология предотвращения глобальных катастроф на планете, но это и технология как вот управления вообще всей системой, всеми галактиками, всеми звездными системами. Вот когда человек счастлив, он куда не смотрит, но везде же все хорошо, все же подконтрольно. Das heißt, wie gesagt, diese Technik Empfinden des Glücks ist gleichzeitig Technik der Steuerung von globalen Ereignissen und auch von den lokalen Ereignissen. Но в этот момент человек очень четко воспринимает, в момент счастья он очень четко воспринимает свое физическое тело. Und in dem Moment des Glücks empfindet der Mensch ganz klar und deutlich die Existenz seines physischen Körpers.